Я убил команду помог. Также этот человек, также инженер. Я понял. Так, сейчас поглядим. Так, товарищ командир, я нашел кое-какую информацию. Вот. Сотрудник коллега этого ученых решил покинуть этот мир в иной. Он зашел в камеру содержания 106-го и погиб. Там мы нашли как раз ценную информацию. Он нам ее показал, мы ее забрали, и он сразу забежал в какой-то отсек, с которым закрылась дверь, и похоже, что-то с ним случилось. Есть еще что-нибудь? Пока больше нет. Если нужно что-то еще, я могу допросить тех двух. Ну, желательно. Вас понял. Только смотри, не убей их, они нам нужны будут. Вас понял. Так, бойцы, свяжите их на всякий случай. Нет, нам будут очень веселые друзья. Так, боец, я с ними разберусь. Иди на пост. Ну что, Герман, пока подождешь, а Грот, повернись я своим личиком ко мне. Итак, продолжаем процедуру. Ты знаешь, каковы последствия. Что ты можешь мне рассказать, сладенький? Слушай сюда, пес недоделанный. Мне плевать, что ты и откуда. Говори все, что знаешь. О своем комплексе, откуда ты прибыл, где учился, мне плевать, говори все. Хоть когда ты родился. Я ничего вам не скажу, но точно знаю. Дэйв пойдет сюда и помешает вас капсулу. Посмотри на него. В любом смысле сядете на... Посмотри на него! Ты видишь? Он умрет, исполняя свой долг. Если моя очередь, то я сразу сплю. Поверь, ты у меня быстро не умрешь. Ты у меня будешь мучаться очень долгое время. Пройдем. Ну что ж, продолжим. Где мой любимый кинжальчик? Ох. Провожу лезвием по горлышку. Только тупым местом. Начнем-ка с твоего пальчика. Маленького пальчика. А ведь не больно же, да? Но знаешь, когда сдирают кожу, сладкие ощущения. Поверь. Я-то знаю, я-то чувствую. Вот то-то я тебе передам сейчас. Начинаю медленно, очень-очень медленно разделывать твой пальчик. Долбанул затылком по лицу. Хочешь по-плохому? Мы продолжим процедуру. Где там твой второй пальчик? Ох, сладкая моя радость. Больно? Вот и правильно. Мне больше наслаждений. Медленно. И уверенно. А знаешь, как еще лучше всего? Это поковыряться в твоем пальчике маленьким лезвием, как иголочкой. Командир. Да. У нас лейтенант умер. Проклятие, держи его. Я разберусь. Так, что-то было? Есть. Слышишь? Ага, вроде из наших. Наши? Вроде. Шаги не слышишь? Уже ушли. Что-то генераторы только что говорили. Так, слушай, я тебе выдам рацию, включи ее на максимум и подслушивай все, что там говорят. Что-то не так, доложишь мне. Мы так, свали отсюда, а я продолжу. А мы продолжим, так, родной. Где мы остановились? А, твой маленький пальчик, да? Продолжаем. Ha 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 ha
Ну что, перейдем к твоему следующему пальчику. Ох, когда дело дойдет до кожи на лицо. Для этого момента. Слушай, мне твои усы не нравятся. Давай-ка я их сбрею. Хопа! Ноу! Ох, и кровища тут полилась. Губки мне твои нравятся. А вот если я ножика поковыряю в них... Пойди, сыпнул кровью в лицо. В лицо, парень. На мне маска. Мне плевать. На, умойся. Дальше ковыряем. Медленно начинаю сдирать кожу со всех пальцев рук. Нет, старательно. Ладно, я думаю, мне нужно бесполезно. Я убил команду помог. Также иду тебя, также инженеру. Я понял. Smoke weed every day. Дальнейшие приказания. Драться. Выходим отсюда. У нас есть кое-какая информация, думаю, этого хватит. В ней всего полезного. Так, бойцы, уходим. Вперед. Так, в Русле он был произведен учеными. Или кем-то еще, но вроде они не собираются. Пройди сюда. Так, а вот это уже меня. Сейчас пока начинать штурм. Командиры, этот, инженер отлетели. Готовься, боевая готовность. Открывай. Do it! Огонь, огонь, пошли! Наступать на 5, гнать их нахрен! Пошел, пошел! Держи позицию! Вперед, не спать! Так, они отступают, они отступают! Командир, ты... Это... Собраться у этого... Командир! Еба, я ебало повернул, сразу слился. Ты лох. Лепас. Вот еще раз, я это слышу, и ты отлетаешь в бан у меня на S1. Да мой это, когда накоплю 2 миллиона рублей, я тебе просто их отдам сразу же. За такой отыгрыш это вообще, я тебе готов отсосать. Не, молодец, конечно. То, что вот это шнур. Кого там, вопрос, укомандировали инженера вот этого? Вы по-вашему колопал за мной? У командира Лепаса. А-а-а, круто. Лепаса, я так понял, учёных уже давным-давно убили, да? Я Хаоси там, старшим сержантом. Давайте next event. Salut. C'est encore moi. Allô, блядь!